Вот такая вот я, Аленушка, Леночка Желанкина, гуляю по улице и говорю: Господи, спасибо за эту осень, за красивую такую, что мы можем вот это видеть, что мы можем лицезреть вот эту красоту природы. И кому не нравится, вот я говорю, люди, кому не нравится моя страничка, я вас не держу, ни не волю. Дверочка открыта всегда на выход, как говорится. Пришли, посмотрели, не ваши, ребятки, и ушли. Не надо меня переодевать, не надо меня там, в общем, советовать мне какие-то новые эти, как образы мои. Образы я сама продумываю, одежду сама придумываю. И, в общем-то, меня все устраивает. А кого не устраивает, я говорю, ну, пишут, вам бы переодеться. Я говорю, оденьте, молчит человек. А потом пишут, юбочку подлиннее, вместо шортиков платьица оденьте. Но говорю, себе и наденьте, понимаете? Все мы разные, по-разному мы живем, и по-разному мы одеваемся, и, в общем-то, мы по-разному и красимся, и наряжаемся. Ну, в этом разнообразии и жизнь, наверное. Так что со своей колоколеньки никого не учите. Я никого не учу, я не учительница, не коуч, я просто человек. Лена Лето. Всего доброго вам, доброго вечера.